И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Кэт Макс и Злая Панта. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, все просили прятки, карта у нас тюрьма, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет, кушал. Ребята, все кушайте и пьете, приятного аппетита, а Димон идет в столовку уже. Блин, Димас, за что ты палишь все, а? Всю контору спалил. Ну то есть, Димас, ты уже готов, да, идти искать? Так я уже бегу. Кэтмакс. Тут кто-то был! Да? Летал на В, что ли? Я на монтаже посмотрю, кто это был. Не, я не летал пока. А кто капхедом у нас играет, а? Так. Вот здесь кто-то сидит. Сейчас мы будем его искать. Давай только найду это где место. Вот, нашел. Пацаны, давайте не будем еще использовать на вентиляцию. Тут столько вентиляции, я ж не пролезу в них. Я ж знаю, что это... Я нашел. Это нереально будет. Ого, давай посмотрю, есть тут вентиляция. А ну. Нет, тут темно, Димас, я тут даже никого не увижу. Да я боюсь темноты, я даже не пойду туда. Аниматроник боится темноты. Ты, Димас, еще страшнее, чем темнота сама, блин. Ты тебя видел, Димас. Вот. У тебя зубы торчат из плеч вообще. То мне в реальной жизни так же. Зубы из плеч торчат? Да. Димас, ты что за мутант вообще? Вот. Блин, мне везде вот-вот. Под диваном. Это что, тут чипсики можно купить какие-то? Я бы здесь тоже попрятался около чипсиков. Нету. Вот здесь пушки. Арсенал целый. Ого. Ничего себе арсеналище у вас тут. Ого. Арсенал такой гигантский, если честно. А ты за кого летаешь? За какого-то перо вонючее? За дощечку. А. Да, я просто подумал, чтобы тебе не мешать. Это же не дощечка, это правильно будет щепка. Да, щепка. Давай, иди. О, как портал какой-то получился. Ну. Так, давай, я там был. Я там был. А где ты не был? Давайте вас с этого начнем. О, тут... О, открылось. Ты что, кто-то был внутри? Вот говно, кто-то в сейфе сидел. Это он себя ценным посчитал. Во, Димас, ты чего? Я быстро нажимаю Shift, и он так разгоняется, инерция большая. Димас, ты чё? Так, на улице мы не прячемся. Димас, ты реально не заметил? На тебе, Кэтмакс. Димас пробегал, он просто рядом с тобой бегал, короче, и ты его не заметил. Так, это ты где? А, в раздевалке какой-то? Да. Давай дальше. С Кэтмаксом ищем теперь. Да, теперь вы это, с Кэтмаксом. Кэтмаксиком. Так, о, вентили. Пошли. Нет, ночной режим активирован. Здесь прям жопа полная. Ого, а ты пыхнулся? О, я тебя это сразу опередил немножко. Давай, потопал, аниматроник. Ага. А сколько у тебя зубов? Наверное, 1500. Так, кто-то в сальниках сидит, нет? Душ. Тю, блин, это мой. Да, твой дружбан, кстати. Станок. Синенькая. Голубая, синенькая. Блин, а тут большой отдел этот синего, если честно. Ну, ничего не могу поделать. Так, вот тут желтый есть еще отсек. Есть... Все куча отсеков, если честно, тут вообще. Во, Димас, тебя нашел, во. Как у тебя тут дела, а? Да я никого найти не могу. Ладно, я тут пока от первого лица побуду. О, столовка. Энгри Панда умер или его убили? Убил панду. Так, Димон, теперь ищем тебя. А-а-а, блин, Димон, вот это ты молодец, я случайно посмотрел, должен был уйти. Так, получается, всех убили, всех нашли. Да. Димон, последний, мне нравится. Значит, ты будешь первый искать. Вот ты так не работаешь. Работает. Давай, прячьтесь все. Я хочу, чтобы ты... Так, надо маленький скин взять, быстренько. Ни много, ни мало, даю вам сколько-то минут. 40 минут. 40 даже? Ну ладно, давай одну минуту. Одну минуту, хорошо. It's okay. It's okay.
Так, а кого я тогда возьму? Так, давайте какого-нибудь такого интересного челика возьмем. Какого? Интересного. Сейчас. Вот этого? Нет, вот этого. А, вот этого возьму. О-о-о-о. Фокси. Я, конечно, больше Фредди люблю, чем Фокси, но Фокси тоже не такой и плохой парень. Да, неплохой. Только сыпца и глухой. Готов, Димас? Стой, стой. Нет. Я ищу нычки. Да не ссы! Давайте уже готовыми становимся. Да не ссы, Кай, ты! Давай. Ты сейчас найдешь меня первого, ты очень быстро ищешь. Так я так быстро, я так долго не прятался, как ты. Да ладно, ой, я сейчас заплачу. Я просто еще карту показывал, а так я быстро спрятался. Раз, два, и все готово. Все, да? Я запрятался. Все, я пошел вас искать. А то уже хочется вас поискать, знаете ли. Интересно, где же вы все спрятались? А? О, ну, вижу собачку. Я знаю точно, что вы не вы спрятались точно не в казино. Но так, Димон, а где ты, к тебе прилечу сейчас? Я около казино был, вот уже ухожу оттуда. Пойду, короче, в желтый отсек. Вот, буду по камерам шастать. Так, давай открывайся. О, ладно. Не хотите открываться, буду вас ломать. Ты кого-то убил? Не, я буду от первого лица. Я тут просто в желтом отсеке ломаю двери. А, ты уже здесь. Ай, ты... Чё, Димас, тут-то тоже, да? Да нет. Я тебя не вижу. Желтый отсек. Желтый отсек. А ты в камерах, по камерам ходишь или нет? Да, по камерам, в красном отсеке. А, уже в красном. Красный рядышком находится. Понял. Да ну нафиг. Нигде, никакой камеры, никого не спрятался. Ой, я тебя слышу. А вот-вот-вот ты ходит. Фокси, злой! Злой ходит, давай! Жри все! Не дойдешь, садись, отдохни лучше. Да не, иди отсюда. Да вы не по-любому не прятались в этих камерах. Не-не-не. Не прятались. Вот говно. Только время потратил зря на это. А вдруг? А вдруг? А вдруг вот нет у вас тут вдруг, понимаешь? Вот тут еще есть желтый, но камеры... Да ладно, ищи, наверное, никто не реально не прятался. А, давай просто подкрываю, чтобы, может, это сам выбежит. Вот это ты громкий, Фоксюхин, ну, норм, погнали дальше. Так, тут, ладно, никого. Черепок даже со мной летает, круто. Спасибо за компанию. Так, я пошел на синенький. Так. А, давай-ка мы тогда пойдем сюда. Нет, я отсюда пришел. Желтый. Вот, тут еще желтый есть отсек. Офигеть, сколько тут камер, да ну нафиг. Да че ты? Вы что, издеваетесь вас только искать? Действительно, клеток этих тюремных целая куча. Вот это ты там ломаешь всю карту. Все, уже все клетки я тебя обыскал. Нету никого. Нету! Вы, блин, живодеры. Так, ищи нас дальше. Над аниматрониками издеваетесь. Я тут бедный, ломал, куча камер, никого не нашел. Так, покемона вижу. Все, я взял Фокси. Так, вот побежал. Во-во-во, хорошая нычка тут. Тонализации? Угу. Вообще шикардосно, если честно. Он не заметил. Ладно, идем дальше. Он не заметил, да. Так, вот здесь вот. Вот здесь я уверен, что кто-то спрятался. Да не. Да. Чё, Дима, легко искать? Ну я пока начал, ты чё? Все диваны, всю мебель похавал. Чё такой злой? Димас, как дела? Да блин, я ж дёрнулся, да что? Спрятался в кабинете директора вообще. Ну это мой кабинет. Это главный этот вообще тюрьмой, понял? Ты заведуешь тюрьмой, да? Да. Или чистишь обувь директору, который заведует тюрьмой. Чищу обувь, он приходит, я под столом сижу и чищу в это время обувь. Да-да-да. Так, Димончик, ищем их. Так я не понял, где тут еще есть отсеки? Что-то мало отсеков посмотрел. Так, ну здесь я тут все смотрел, да? Так, тут я был. Тут я был, тут я тоже был и там был. Угу. Супер, вообще просто very good.
Так, вот где-то в душе кто-то спрятался. Я уверен. Давай ищи. 5%. Просто вентиляцию мы не можем, ребята, обыскать, если вы там запрятались. То... Все. О, то Димон, все. Привет, я с тобой. Знаешь что, скорее всего, кто-то перед столовкой спрятался, как и я. Давай, побежали. Давай, короче, в столовку будем быстро просто на... Давай. О, да-да-да, столовка, я так и знал. Кто-то хованем здесь. Сейчас, пацаны... Ого, я... они что, ловушек тут оставили нам? Ого, Димон! А, вот, покемон, покемон, Пикачу, что я тут его жду. Давай-давай, ешь его, ешь его. Я не могу поймать жопу! Он гренадер фигов кидает нас. А! Тамочи его! А, блин, Димон, я не хотел, извини! Есть! Так, злую панду ищем. Да, кстати, где-то вот в этом отсеке примерно он и находится, эта злая панда. Может, добрую найдем? Скорее всего, он недалеко от Angry Panda был. Поэтому сейчас мы его найдем. Вот, нашел! И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ступайте рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!